Более 1000 жителей дома номер 4 по улице Карбышева долгие годы были вынуждены мириться с неблагоустроенностью. Здание было введено в эксплуатацию 30 лет назад. Придомовая дорога пришла в негодность. От детской площадки остались одни воспоминания, да пара ржавых качелей. Все изменилось после того, как за благоустройство взялись депутаты городской думы и региональная власть. Очередной сход жителей дома посетил губернатор Сергей Морозов. Послушаем и вас, послушаем наших архитекторов, озеленителей. Может быть, кто-то еще придет с идеями, что нужно сделать. Мы точно здесь уличное освещение восстановим, мы посмотрим здесь, что можно сделать еще с озеленением. А самое главное, чтобы он был очень комфортным. Сейчас во дворе уже завершена установка аттракционов для детской площадки и идет этап согласования остальных работ. Планируется полностью отреставрировать дорогу и решить вопрос с парковкой и разъездами, в том числе и путем создания специальных карманов. В связи с введением этого нового плана, значит, значительно будет улучшены и сами аттракционы, и будут более компактны, потому что дом длинный, приходит к нашему дому жители других соседних домов, которые не имеют больших площадок. Вот. Это, естественно, поднимет имидж. Подобные работы идут не только в этом дворе, но и в ряде других. Только в новом городе за прошлый год полностью преобразили 4 наиболее проблемных двора. Сейчас мы готовимся, соответственно, после схождения снега к капитальному ремонту внутриквартальных дворов. Сейчас мы знаем, что реализуется проект губернатора «Пятилетка благоустройства». Соответственно, депутаты Ульяновской городской думы совместно с депутатами законодательного собрания сейчас сделали упор на исполнение наказов избирателей. Это у нас основное, считается приоритетным направлением. Как раз пятилетка благоустройства к этому подходит. И сейчас разработаны сметы для дворовых территорий. Соответственно, очередность прорабатывается их реализацией. Вот здесь сегодня на примере Карбышева 4 мы как раз этот проект будем летом реализовывать. Ну а пока жители просят подготовиться к возможным кратковременным неудобствам. Все-таки работы предполагаются масштабные. Андрей Творогов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.